Всем привет! У нас сегодня очень интересное видео. Видите, на столе у меня сегодня для начала не цветы, а инструменты. Сегодня я решила привить кактус. Это очень интересное видео. Я купила специально кактус. Видите, в каком состоянии. То есть не привить, а перепривить. Перепривить этот кактус. Потому что он начал пропадать. Вот как он называется. Гимнокацилиум Брасил. Он стоил 179 гривен, его оценили 19 гривен. Ну, за 19 гривен можно и опыты устроить. Сейчас попробуем это сделать. Видите, вот эти верхние кактусы, которые на нем привиты, они отдельно вот так в земле, они не живут, не растут. Они только растут на другом кактусе, приживаются. А так, если в землю посадить, они жить не будут. И поэтому люди придумали прививать. Я купила кактус. Посмотрите, он начал чернеть и погибать. Но тут есть кое-какие экземплярчики. Вот этот живой. Попробовать привить его. Получится, получится. Нет, так нет. Что же сделаешь? Сейчас для начала... Он очень колючий, с ним надо аккуратно работать. Снимем вот эти боковушки. Может, этот выживет? Вряд ли. Видите, как он догнивает весь. Колючки у него такие стрёмненькие. Вот этот живой кактусик. Вот, видите? Абсолютно живой, не повреждённый ни грамма. Вот его и будем прививать к основному кактусу. Этот нехороший. Этот пропадет. Этот пропадет, уже дырка в нем какая-то. И этот тоже, вот он уже подгнил, мягкий, нехороший. Вот, видите, я прижала, он прям внутри весь гнилой. Чтобы привить кактус, нам нужно сначала инструменты обработать. Вот я беру спиртовую салфеточку. Мне понадобится пинцет, ножик. Ножик я взяла керамический. Это специально режу растение. Видите, он даже цвет поменял. Керамика сильно меняет цвет. Ну ничего, спиртом обработаем. Будет чистенький, стерильный. И пинцетик обработаем. Больше ничего не понадобится. Итак, приступим к этому интереснейшему делу. Для начала нужно срезать кактус. Я думала, он мягче будет идти. Он идет туговатенько. Ну, живой кактус. Вот, смотрите, какой хороший. О! А раз... Углы вот так чуть-чуть. Ай, вот эти колючки, очень колючие вот эти. Видите? А для чего ж мне тогда? Как же мы его привьем? Этот плохой. Этот выбрасываем. Этот выбрасываем. Можно будет даже... Вот эту пинцет обработаем и сделать в этом, вот видите, есть отверстие небольшое, и я хочу одеть на вот этот, что здесь стоит, штурпачок, вот так. Ну, давай кактус, сильно колючий. О, очень хорошо просадился. Этот гнилой, видите, внутри порчен. Нет смысла сажать. Он наш мокнущий, полностью нехороший. А какой же еще придумать? Хотя бы один приживется, и то будет красиво. На свежем кактусе перепроявила я.
получается. Вот это черненькое снимем. И попробуем, может быть, тоже приживется. Не сильно тут много гнилья. Надо еще разобраться, где у него верх, а где низ. Вот это, скорее всего, низ. А это вершок, и вершок подгнивший. О, видите, никак не годится. Можно еще было бы взять палочки, которые в пищу прочищаем, вот зубочисточки такие. Берем зубочисточку и вот этот кончик остренький обрезать секатором. И вот таким образом вставить зубочисточку. Кактус очень хорошо приживается. И вот у меня есть два маленьких, абсолютно здоровых растения. И я их тоже одену на зубочистку. Смотрите как. На камеру покажу. И обязательно, чтобы он прижался к кактусу. Видите, не получилось. Значит, зубочисточку глубже. И вот дырочка есть. Как специальная, знаете, дырочка. Вот. Раз. Я посадила. Теперь с другой стороны. Вот у меня еще одно такое маленькое растение есть. Берем зубочисточку. Здесь я срезала. Вставляем зубочистку. Очень неудобно это делать. Нежная, нежная. Смотрите, какой здоровый кактусеночек маленький. Как его не использовать? Да я его в землю ставила, думала приживется, но корни вообще не хочет пускать. Вот эту землю чуть-чуть очистим. Это не гниль, это именно земля. И оденем его также на вот эту зубочисточку. О! Еще бы один был, было бы прекрасное зрелище, еще бы я с той стороны одела. Сейчас какой-то из этих выберу. Вот этот. Вроде бы здоровый, крепкий, но он же гнить начал. Гнилье, куда же его, не годится. Этот вообще гнилой. Этот гнилой. Этот гнилой. Не, нету. А вот этот в горшочке. Вот этот в горшочке полностью сгнил. Абсолютно. Вот еще один упал. Не годится. Ладно. Будут у меня три кактусенка. Видите, как красиво получается. И сейчас вам покажу метод, которым нужно пользоваться, чтобы была 100% приживаемость. Это мы берем... Ой, отпал мой кактус маленький. Можно не накалывать зубочисткой, можно просто поставить. Но он же не будет, бедненький, держаться, он же маленький. Сейчас чуть-чуть выше приподниму. Вот так. И теперь на место его ставим. Нет, вы знаете, надо взять другую зубочистку. Она сломалась в самом интересном месте. Мне надо было,
чтобы она держалась, а она не хочет держаться. Видите, провалилась. Коротенькую я взяла, по-видимому. Пинцетиком сейчас вымем. Ну, это интересно, это колючая работа. Тяжелая, но очень интересная, вы знаете. И интересно она еще тем, какой будет результат, приживется или нет. Вот этим мне еще интересно. И в эту же дырочку, где я делала, наткнем кактус. А теперь берем скотч, обыкновенный скотч. И нам нужно приклеить, чтобы держалось вот за дно горшочка. Вот так, смотрите, как я беру. Вот так, обматываю весь горшочек. Дохожу до края горшка. Скотч переворачиваем. И вот этим местом, смотрите внимательно, обматываю свою прививку. И вот так ее укрепляю. Тоже переворачиваю и опять обматываю прививку. Теперь вот это место. Главное, чтобы она не упала. Тот, что я уже прикрепила, тот не упадет. Вот этот еще хочет, выпадает все время. Сейчас пинцетиком его поддержу. Не знаю, приживется или нет. Мне очень интересно. Кому интересно, оставайтесь на моем канале. Посмотрите вместе со мной этот новый эксперимент. Кактусами я еще не работала. Это для меня новинка. Липкой стороной в другую сторону. То есть липкая сторона сверху, а внизу гладенький скотч. Вот. Теперь по кругу фиксирую. И в таком состоянии мой кактус будет приживаться. Все, больше я с ним ничего делать не буду. Ухаживать за ним как обычно, как за кактусами, поливать по чуть-чуть. И посмотрим на мое чудо. Как только начнут разрастаться эти маленькие кактусята, я не знаю название, этого кактуса сорта. Этот я вам говорила, какой сорт. Вот же написано. Гимнокалициум. Брасил. А вот этого не знаю. То есть привили один сорт к другому. И он начал пропадать. И я его попробовала перепровить. И надеюсь, что у меня все получится. Кому интересно, наблюдайте за моими видео. Будьте на моем канале. Всем удачи, всем пока!